создание комфортных условий и новые возможности для образования. Эти и другие вопросы обсудил депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков на встрече с коллективом Немчиновского лицея. Совсем скоро здесь построят новый 4-этажный учебный корпус на 950 мест. В нем оборудуют кабинеты, спортивные и актовые залы, медицинский блок и столовую. На улице для ребят создадут новое пространство для занятий спортом. Все строительные работы пройдут в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Возвести новый корпус планируют к 2024 году.